Начинаем. Quantic Dream. Beyond Two Souls. Так, язык диалогов русский. Субтитры. Русский, меню русское. Все подтвердить. История Джоди рассказывает. Блять, оригинал, ремикс какой-то. Что за хуйня? Давай оригинал. Один игрок, два игрока. Блять, еще и вдвоем можно играть, ебать. Да. Мобильное устройство, подключить его через приложение Beyond Touch. Так, часто играю, редко или совсем не играю. Данные сохраняются автоматически в определенные моменты. Не отключайте питание. Если в нижнем правом углу экрана мигает значок сохранения, подтвердить. Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Давай, давай, мать, рассказывай. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Нахуй знает, что с вами случилось. Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? Чё у вас же, понял. Наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Угу. Бесполезно. Это шрам? Шрам, шрам, блядь. Свежий. Нихуя. Я чуть не пересрался, блядь. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Знаю. Идут. Ты, блядь. Кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Музыкальные эффекты вообще лютые. Бля, в наушниках огонь играй.
пошли. Эксперимент, сломленная, пролог. Что, мне выбрать надо, что ли, или что, блин? Это по-любому вот она, это Джоди. Вот ты где. Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Так. Вверх типа подняться. Ага. Почти. Ой, блядь. Я знаю, ты устала, но это очень важно. Что-то я понять не могу. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Да ты заебал, иди нахуй отсюда. Что тебе от меня надо-то, блядь? Дай мне походить, блядь. Не туда, Джоди. Не туда, Джоди. Все, какой-то, блядь, черный мужик, блядь, что-то от меня хочет, блядь. Сука, блядь, выбора нету, придется с ним идти, блядь. Ну-ка, давай телек посмотрим. Че там по телеку? Мультики. Скорее, Джоди. Блядь. Ладно, пойдем. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Черный мужик, блядь. Да сколько можно? Ну нет. Эй, Коул. Мелочи, привет. Почти готово. А срок был в прошлом месяце. Привет, зайка. Какая ты красавица. Да иди нахуй отсюда. Мы пришли. На выходные будет дождь. Весь год дождливый. Что верно, то верно. Зато холодов не было. И правда. Идем. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Блядь, какие-то дядьки тут. Ну и чё? Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Что это, блин? Что происходит?
Эй, Джоди, слышно меня? Ну что, начнем? Кейтлин в той комнате, и перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Давай нахуй. Давай. Ну что, поехали? Первая. Так, звездочку у него, да, значит? Так, вот. Дальше. Че, долго так буду, блядь? Цирк устраивал. Квадратик. Следующее. Какие-то волны, блядь. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Охуеть. Хорошо, Джоди, что-то еще ты могла бы сдвинуть? Ебанут. Там бутылка. Айден, помоги мне, пожалуйста. Че, тетушка уходит? Чё, блядь, издеваетесь нахуй? Сами же просят, блядь. Джоди, все хорошо. Не бойся. Все прошло. Это никогда не пройдет. Издеваются.
Приз получен. Вы прорвали эксперимент. Вы не трогали Кейтлин. Тихо, поймали, что это такое. О! А если что-то пойдет не так? Тогда уж ничего не сделаешь. Как я и думала. Зря спросила. Кто эти люди? Дипломаты, политики, бизнесмены, шпионы. Обычная тусовка. Слушай, постарайся быть естественной. Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Вести себя естественно или улыбаться? Вот это ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Мое почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку, Элизабет. Я и не знал, что среди американских дипломатов бывают такие прелестницы. Приятно познакомиться. Господа, возвращаю вам шею. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал выгрызть мне кадык. А ты ему приглянул. Я польщена. Ладно, пойду к гостям. Иди и найди укромное место. Ты знаешь, что делать. Посол! Отлично выглядеть. Ухуел, блядь. Рассол. Найти укромное место. Ну-ка, давай сбацай-ка. Сбацай, музыкант. Давайте сбацайте. Идите нахуй. Все, нашли укромное место, блядь. Все, укромнее некуда, блядь. Сука, упало все. Айден, ты готов? В комнате наверху есть большая картина. За ней сейф. Нужные нам документы лежат там. Там охрана и повсюду камеры, так что аккуратно. Скорее, Айден.
Мне больно, когда ты так далеко. Кабинет с портретом шейха. Ты на месте. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Хаби! Давай, давай. Зачем ты это сделал? Блять, я уёбнул. Чё, отлично было? Осторожно, Айден. Нельзя никого трогать, иначе он сразу очнется. Блять. Айден, стой! Ты его убьешь! Тихо, Айден. Тихо. Ну-ка, я вот с тем заговорю, петухом, бля. Хабиб, Хабиб, هل انت بخير؟ Эй, ماذا بك؟ ماذا بك؟ ماذا هناك؟ هل انت مجنون؟ انا المجنون؟ كانت عينيك غريبة وخوفتني. أنصحك ألا تقوم بهذا الأمر. أفهمت ذلك؟ Thank you.
سأشتري منك 30 طنًا بسعر 15000 ريال. ألا تحس أن الطقس برد فجأة؟ أجل، أظن أن المكيف قد تعطل. سأشتري منك 30 طنًا بسعر 15000 ريال. لا لا يا أخي، 20000. هذا عالي. في عام المهدي بعت لنفس القمية 14000 ريال. العام الماضي كانت الأسعار منخفضة، أما الآن سأخسر المال. يا طيب، لم ننسى سيديتسا. 15000 ريال فقط. بعد كل الخدمات اللي قدمت لك، отодвинуть картину. Там где-то рычаг. Найди его. А, я понял, хуля. Сейчас я в башку залезу, блядь. أود ذلك حقا، لكنني لا أريد كساد أعمالي. سأشتري منك когда происходит.
время на исходе. Я больше не вынесу. Теперь попробуй открыть сейф. Хорошо. Теперь просмотри документы. Быстрее. Я долго не протяну. Так, теперь замри. Роген. Что, блеванешь сейчас? هل من احد هناك؟ Пошел нахуй. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ انها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا ايها المنحرف. Пиздуй из женского туалета, хули ты пришел? Чем помочь тебе? Ты кто, блядь, вообще такая она? Удачи. Давай, сучка, вставай. На, умыться, блядь. Давай, клячу, умойся. Так. Джоди, ты как? Не трогай! Не трогай, иди нахуй отсюда. Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Ты так смотришь, блин. Так, выполнили задание. 97. Вы незаметно поставили видео на паузу. Вы выполнили задание, используя усиление. Неоткрытый путь какой-то. Еще. Слушай, я боюсь. Можно я не пойду? Джоди, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. Вдруг они злые. Да и платье дурацкое. Вернемся. Успокойся. Нет причин для паники. Это просто день рождения. Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. Иди. Пустой, а подарок-то? Стихи Эдгара По. Редкое букинистическое издание. Ей понравится.
Не бойся. Все будет хорошо. Я приеду в 5. Удачи. Пошли, блядь, давай, не очкуй нахуй. Заходи. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких, более или менее. Это подарок? Клёво. Чё, блядь? Я пошла, дочка. Развлекайтесь, только без глупостей, ладно? Да, мам, как скажешь. Наконец-то свалила. Вообще, блядь, ребята, так. Это Джоди. Наркотики. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? О, что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Нет. Типа того? Нет. Что, ебанута? Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Угу. На пьянку, блядь, опять похоже, хули все. Трэш. Отойди. Врубим что-нибудь повеселей. Такое, чтоб качало. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Когда я тебя сяду на... А вот что я заныкала под кроватью. Пивас давай, ты щи, мразь. Мама даже нос ко мне не сует, бедная наивная женщина. Кирстен, ты умница! Джоди, будешь? Да, хули. Давай, алкаш. Ну, я буду. Ебашим. Ну, мне нравится эй, эта игра. Эй, не захлебнись. Небось, не пробовала. Нет, я уже пила. Ну, конечно. Ну-ка, дай-ка еще, блядь, мне бутылку, ёпта. Хватит, блядь, стесняться. Сука. Нормально, пойдет. Где еще пивас? Эй, вы неудачники, блядь. Дайте пиво, налейте мне. Ну-ка, давай еще, блядь. Почему я не могу еще бутылку взять? Ну, кошмары, дайте я потанцую тоже. Хули вы там на меня смотрите, гопники, блядь, ебучие. Ну-ка дай-ка еще, блядь, бутылку.
за беспонтовый праздник, да? Хочешь? Чё хочешь, блядь, согласиться? Давай, о, нормально. Давай, косяк. Сука. Вечеринка удалась. Со мной так же было. Вечеринка определенно удалась. Дай-ка я еще курнула. Ты как, Джоди? Ты какая-то нормально. Странная. Нормально. Ты бледная. Что, нехорошо? Да идите нахуй отсюда. Видок у тебя не очень. Нормально все, блядь. Хули, дайте мне выпить, ебаный урод. Чё, сука, шмары, блядь, охуели, что ли? Дайте выпить, блядь. Шмары охуевшие, блядь. Я знаю, о чем ты думаешь. Что мы здесь делаем, да? Я тоже, честно, не знаю. Помню, ты говорил. Я просто хотела узнать, каково это – тусоваться, быть с друзьями. Такое я не ожидала. Ну-ка, дай-ка еще раз к этим шмарам зайдем. Дайте мне алкашку нахуй сюда. Опа. Чё тебе надо, бля? Привет. А я Мэтт. Джоди, да? Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Я не хожу в школу, у меня своя программа. Ясно. Потому что тебя бы я точно запомнил. А ты работаешь с мамой Кирстен? Мы с Кирстен не знакомы. Ее мама у нас работает. Вот на ее позвали. Я вот раньше жил в Лондоне. Давай. 2 года назад приехал. А ты? Ты где жила? В Нью-Йорке. Обожаю Нью-Йорк, там клёво. Я был там один раз, отпад. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? Я люблю серфинг, играю с друзьями в рок-группе. А наркотики. Ты что любишь? Может показаться скучным, но я люблю читать. Люблю спорт. Хотя мне нельзя покидать базу, так что особо не развернешься. Слушай, а как ты попала в 4-й отдел? Давай. Меня... Чё пизду смешить? Есть... По чесноку. Да. Связь с существом. Существо — это... В смысле, призрак какой-то? Понимаю, звучит. Бредово, конечно, но... Это как бы невидимый спутник рядом со мной. А сейчас он здесь? Да. Да, он нас слушает. О, медляк. Потанцуем. Давай, Коля. Давай. Давай. Булочками потрясем, блядь.
Блять, он меня лапает, козёл, блять. Блять. Наверное, тебе это часто говорят, но ты очень красивая. Че, блять, меня клеишь, что ли, Эванора? Ты тоже очень симпатичный. Ты не похожа на других. В тебе есть что-то особенное. Ты тоже не такой, как все. Опа, опа. Опа, блядь. Ну-ка, давай нахуй. За жопу взял. Сейчас задеснимся. Задеснились. Лупимся. Лупимся по деснам. Че такое? Че с тобой, Май? Ты че, блядь? Хуя она, блядь? Ребят, ребят! Залипла. А пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. А, нет, точно! Нет, нет, будет я... прикольно! Да идите нахуй отсюда! И правда, Джоди, а то скучно. А, Джоди, устрой нам шоу. Да вы че, блядь? Ладно, ну, хуй хорошо. С ним. Ну, пидоры, блядь, тебя а? Мы ждем. Вот пидоры, а. Помолчите. И не шевелитесь. Как мне страшно, ща обоссусь. Заткнись, Стивен. Какую-нибудь хуйню опрокинуть, блядь, вон. Они что? Все нормально, пойдет. Телек, вы посмотрите. Эй, вы слышите? Там как будто голос. Все, хватит. Достаточно, блядь. Все, наклонились, блядь. Ну все, с меня хватит. Да, хватит. Да, на самом деле страшно. Я совсем не хотела вас напугать. Простите. Вы сами просили. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Давай, давай. Хотя торт подождет, подарки важнее. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Залупа там. Стринги, как я и хотела. Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь. Мой будущий парень говорит спасибо. По-моему, они очень секси. Ты сейчас мои подарки обосрешь, подлобно. А это что за дрянь? Старая книга. И вонючая. Это букинистическое издание, стихи Эдгара Аллан По. Эдгар Аллан кто? Ты что, украла ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Вы че, суки, охуели, что ли? Этот отстой, да? Думает, она умная, а сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. Да. Весь вечер за мной бегает, как собачка. Так и просят.
О, она еще и шлюха. Да вы охуели, пидоры, блядь. Все мама. Да, шлюха. Шлюха и ведьма. А давайте ее проучим. Да вы охуели, пидорасы. Сжигают. Держи ее! На. Да вы пидорасы, блядь, а? Вот суки, а? О, отличница замогильной тьмы! Иди нам свою силу! Ну все, пизда вам, пидорасы. Как бы с самого начала. Пожалуйста, откройте мне! Вот пидорасы, блядь, а? Пустите, я уйду! Отпустите меня, я не хочу тут сидеть! Прошу вас! Ладно, пидарьё, блядь. Ладно, пидарьё, блядь. Ладно, суки. Вытащи меня, Айден. Блять, надо что-то им сделать, нахуй. Надо им что-то сделать, блять. Давай, Айден. На, нахуй. Молодец, очень смешно, Стив. Эй, это не я! Не я, правда? Чё, суки, блядь? Может быть, это Джоди? Нравится, пидоры, блядь? Мы её разозлили. Не пари чушь. Что за сверхъестественное явление? Должно быть другое объяснение. Нафига себе, я сваливаю. Пошла нахуй отсюда, шалава, блядь. Эй, подождите! Может быть, дерни сильнее. Вот так вот, блядь. Я говорю, заперто. Шалавы, сука. Не надо паниковать. Окно, попробуйте в окно. На нахуй, мразь, блядь. Кто здесь? Шалава, блядь. Ты нас запугаешь, Джоди. Поняла? На, шалава, блядь. На нахуй. Так вот нахуй. На нахуй, мразь, блядь. А ты-то куда валишь, блядь? На нахуй. Ещё кто, блядь? Где этот пидор, блядь? Где этот чмырь, блядь? О! Кого ты там назвал шлюхой, блядь? На нахуй. Все, блядь. Хватило, блядь. Теперь поняли, блядь, что такое немножко, а что такое в полную силу, блядь. Шалава это приехала, блядь. Что случилось? Она хотела нас убить! Она ведьма! Ведьма!
Так вот, проститутки, идем, блядь. Джоди. Идем домой. Отчепенцы ебаные, нахуй. Так, вы напились. Ага. Вы поцеловали Мэтта. Вы... Че вы напали на подростков? Вы курили. Вы продемонстрировали свою силу. Вы не тронули дом. Ага. А? Так, че, сохраняемся? Так, она, наверное, сохранилась. Так, ладно.